Спасибо большое за донат. Человек с никнеймом «Меня зовут Отто, но обычно меня не зовут». С текстом: «В общем, это битва королев, голосок прям как у меня на запись». Еще давай другой донат твой. Сюда же впишу, в читану, что типа, короче, вот еще хотел сказать. Табак Ману на альбом копил 4 года, Мося 10 лет на один трек. Тупо все поставили лайк, подписались, показали маминское, отчали в машину папе, дали послушать дяде. Ну, давайте послушать тем, кому это должно зайти, самое главное. Вот, я, короче, да, глянул, что мое гениальное название, которое я придумал, в принципе, 7 лет назад, но никак ничего с этим не сделал, оно сперто какими-то чуваками. Я врубал даже эту песню, я ее не помню. Да, там кто-то возмущается, что «Ой, блядь, типа, зачем вы, типа, арт подпизнули у Пошлой Молли?» И еще и вот эту хуйню, типа, тоже с отсылками какими-то. На самом деле, если бы музыка не была, как у Пошлой Молли, то, типа, телочек, которые в артах ПМ используются, можно использовать, типа... Все любят юных блядей. Моя гитара в хлам и пыль. На квартире, где были мы, убивай свою тиль без тебя, тебя. Короче, вот с таким названием, типа, я с похожим, вернее, даже не совсем таким, я нашел только вот это. И такой, блядь, ну, а похуй, ладно, все равно сделаю. Потому что я, короче, часто, типа, проверяю, если придумаю какое-нибудь странное название, я проверяю, не использовал ли кто-то это уже как название какой-нибудь песни, не использовал... Ну, то есть потому что, блядь, потом кто-то будет все равно говорить, а вот это было, а вот что-то еще. Не использовал ли кто-то это как название уже тоже какой-то группы. Потому что по итогу, типа, мало того, что уже кто-то тебе это прижучил, так еще и, типа, чуваки будут, возможно, больше слушать какую-то... Ну, короче, не то, что ты бы хотел, чтобы они слушали. Ну, давайте, блядь, все равно это... Это называется «Первый раз пошел». В списках я потерялся, в списках ты хлебас, как кристалл бокал. Ага, сегодня вечер где-то в центре бежишь, чтоб на концерт нам успеть и 100% пропеть. Припев! Ты нацепила эти цепи и встала к самой сцене, я вдруг заметил здесь тебя. Ты как королева гранж в этом шуме, как выстрел. Врываешься в раж, смотришь на меня пристально. Это я только бейт, бросил ты мои корки. Ловью больше не пей, тебе хватит упорта. Ну, это менее хуёво, чем Пошлая Молли. Вот что точно я могу сказать. Менее противно слушается. Здесь есть действительно тоже, короче... хотя сейчас упоминание... Слово гранж, типа, или там, особенно королева гранж, или там софт гранж, типа, блядь, что-то еще какая-то хуйня. Оно очень сильно и засралось, но здесь хоть как-то, хоть какое-то, типа, хоть какое-то пародирование в сторону Нирваны, типа, чувствуется. И... Ну, это не ужасно, типа, да? Скучная барабанная партия. Скучная гитарная партия. Скучная вокальная партия, напоминающая, типа, в припеве этот, блядь, ты мне не враг, я с тобой не дружу, я твой личный маньяк, я тебя, что-то там сделал. Враж, смотришь на меня пристально, это я только бейт, растут ты мои корки, ловью больше не пей. Еще, на самом деле, ничего страшного, если где-то мотив был. Подробнее я сам это постоянно трека. Говорю. Что тебе самому не очень нравится в треке? Мне трек понравился, но я бы ты мой собственный, да, мне кинул сейчас? Ладно, сделаем. Спасибо большое. Елисей Карликанов. Надо начать фонд собирать. Не знаю, мне кажется, будет заебись, если именно мы фонд соберем. Все-таки, да, блядь, надо это сделать, да. Короче, смотрите. Разбор Жоки на мой трек. 0 1800. Вот, все. Ну, это очень дохуя, короче. Но будем надеяться, что арабские шейхи придут, порядок наведут. Либо мы его сделаем, короче, эксклюзивно для стрима и для Boosty. То есть, кто был онлайн и кто будет на Boosty, только те смогут посмотреть.
ты как сюжет Тарантино. Так вот, короче, да, ничего страшного, если мотив спизженный, но, во-первых, смотря у кого, во-вторых, смотря как. Типа, приятно, здесь это прям... Приятно и то смех от Тарантино. Моя родная. Раси повсюду свою лоску, ты вышла, как из постера. Время сгораешь просто вся, как Петер Зипа. Ты под синим просишь синьки, тебя знают в округе все. Завтра желтый красишь синь, под глазами по кругу, под утром может... Но зато вокал громко выведен, как вам нравится, чат. Быть сама ты даже выйдешь из клуба, но это... Не, это не писька-пиписька, это типа тум-та-дум, тудам, тум-та-дум, тудам. Это другой ритм. Будет завтра, а сейчас ты как... Почему для всех говнарей гранж заканчивается на песнях про любовь, дешевое бухло и Куртис Кортни? Ну, блядь. Потому что это самое первое поверхностное представление о гранже, которое, в принципе, можно получить. Типа. То есть у людей, которые хоть раз в жизни поинтересовались, типа, что за жанр такой, в котором играет Нирвана, которые включили, может быть, полторы песни там других групп, им показалось, что это что-то не то, и да и Нирвана им там песни две понравилось максимум. Они просто от какого-то кореша услышали, что ага, гранж, и все. И, скорее всего, они услышали эту песню от корешей, с которыми бухали, которые типа не формалы, которые типа попытались их с легкого как бы влить в, не знаю, в это во все, и все, то есть, ну, как бы, остается только самая базовая ассоциация. Все. В этом шуме, как выстрел, врываешься в раж. Смотришь на меня пристально, это я твой кабель. Здравствуй, ты моя Кортни, ловью больше не пей. Тебе хватит упорства, ты королева гранж. В этом шуме, как выстрел, Андрей Измайлов, спасибо тоже за комментарий. Смотришь на меня пристально, это я твой кабель. Здравствуй, ты моя Кортни. Мне кажется, очень пусто звучит инструментал. И вот как раз опять же, из-за того, что здесь вокал выведен как бы высоко, окей, мы слышим весь текст. Он разборчивый. Мы все можем понять. Но, типа, может быть, даже лучше, чтобы мы не понимали, чтобы он был где-то на фоне и, типа... В барабанах, ну, в которых очень жидко, короче, звучит вот эта вот одна тарелка, типа... То есть в этом ритме, в таком припеве... Должно быть, мне кажется, тарелка в два раза чаще. Здесь она идет. То есть, типа, такой распиздяйский ленивый ритм, который почти никуда не подходит, ну, особенно в таком темпе, вот и все. Скорее всего, барабаны прописывал, типа, тоже в программе человек, который не очень барабанит. Вот так. А мне же уже донатили, да, эту песню? Сука, я не помню, ладно. 48 было лучше. Ну, мне все не нравятся. Но, наверное, 52 я с ней смирился, типа, я был готов на ней остановиться. Потому что, ну, типа, она норм. Вася охуенно четко рад, голос и барабаны утоплены. Спасибо. Ну, я потом буду показывать дубли, которые другие есть, но... Послушал королеву гранжа, бля, мось. Да, этот донат я не могу скипнуть, тут донат пей. Я прям рад. Единственное, что слишком голос и барабаны утоплены, имха. Я понимаю, что жанр и т.п., но все так и плоховато слова слышно. Кроме конца, где-то с 2:40 нормально слышно. Да, в самом конце я забыл тише сделать. Мое почти. Спасибо большое, Андрей М, за донат. В самом конце я забыл сделать тише. Но по итогу, короче, блядь. Не знаю, но это просто подробный разбор. Я потом про свою песню расскажу. Ну, я пробовал разные варианты. То есть, если вокал просто сухо, как бы, ну или почти сухо вывести высоко, получается хуйня. Слышны какие-то и артефакты, и хуефакты, и то, что, блядь, компрессор не досрабатывает, при этом делаешь его по-другому, тоже там какая-то вся
супер кривожопая моя цепочка, которая уж такая получилась, рушится и идет по пизде. Слэш двоеточие циркумфлекс равно. Спасибо, не Дмитрий, за донат. Циркумфлекс. Значит, делаешь громче, становится хуйня. Делаешь громче с ревербератором, становится хуйня на некоторых устройствах. Типа, то есть мне постоянно чуваки жалуются, либо что я очень дохуя реверба делаю, либо что я слишком тихо делаю. Вот здесь я решил сделать мало реверба относительно, но тише. Я уже, типа, вот я сделал эту версию, версия 51 есть. Вот как раз 51 — это та, что вышла, 52-я, только вокал громче. Но вот она есть, и она хуёво звучит. Мне не нравится. Я решил, что всё-таки, короче, в приоритете, чтобы мне нравилось, потому что больше всех это всё равно буду слушать я. Вот, мне хочется, чтобы мне самому было не стыдно. Реверба мало. Да, это мало я сделал реверба. То есть было дохуя гораздо больше, и мне нравилось, честно. Здесь его вообще какой-то нет. Слова? Запихну, конечно. Но там слов-то и нет почти. При желании можно расслышать. Короче, я считаю, что самое главное, что у меня хотя бы лучше, чем вот это получилось. Королева Гранж меня убила, так выстрел. Ну это не продвинутая писька-бибиська. А хотя вот здесь как раз она идет, по-моему. Писька-писька-писька. Была. Ну, я не знаю, я не придумал этому ритму название. Мы с пацанами всегда называли его, типа, это Нирвана. Ну, кстати, да. Кстати, похоже на группу Нирваны. Как бы... Если бы Курт Кобейн связался бы, блядь, с... Типа, шкальцами из России. Что-то в этом роде. Когда делаешь дофига версий, постоянно подкручиваешь, в конце концов ловишь шизу. Конечно, конечно. Вот я словил шизу, и я просто забил хуй, в конце концов. Грязная жижа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так. С этим треканом, про этот трек, чё можно сказать? Ну, типа, не знаю, барабаны жидкие, пиздец. Бас, вот, ну, точно так же, как я его делаю, вот так же он здесь и сделан. Он вроде есть, но его нельзя разобрать вообще. Гудит там где-то, и все. И, скорее всего, гудит что-то типа... Ну, соответственно... Хуёвая партия, хуёвый звук. Ну, типа, ну окей. Или, ну, я не знаю, хуёвый, не хуёвый, но, то есть, короче, бас как бас, просто тут ничего не скажешь. Ну, типа, это не ужасно, типа, это не пошлое моли, но при этом с картинками пошлое моли. Но прикол в том, что, да, тут картинка, это самое охуенное, что есть в этой песне. И название, которое даже не такое же, а похожее на то, которое я придумал, но, так сказать, не запреватил. Сколько, блядь? 7 лет назад. Все. Спасибо, Отто, за донат.